добро пожаловать на канал Мусалим. Сегодня у нас в работе автомобиль Хавала 6. Делаем полную шумоизоляцию без потолка. Делать будем в два слоя. Первым слоем у нас будет материал виброизоляция, комфорт-мат. Вторым слоем у нас будет изолон. Разобран, будет чиститься, обезжириваться, чтобы материал клеился на чистую поверхность. Проклеили первый слой, все прокатали роликами, весь материал, чтобы плотно прилег к поверхности. Внутренняя часть двери. Вторым слоем у нас пойдет изолон. Проклеили второй слой. Проклеили все изолоном. Арки, крылья, нишу запасного колеса. Двери у нас тоже дверная карта изолоном проклеена. И пол. Дальше нам остается только собрать мотор. Собрали стекло, поставили дверные обшивки на двери, сиденья, коврики на свои штатные места. Все сделали по технологии, проделали работу. Все сделали качественно. Теперь в автомобиле станет намного комфортнее ездить, шума станет меньше. Всем спасибо за просмотр видео, оставляйте комментарии, отзывы. Всем пока.